Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джано Самайуктам Бинда Хавана Манохарам Ванчакалпатаруасакипасиндубевача, патитананг павуне бхавайшнавебхьо намо намаха, муканкароти вачаланг пангунланг хайтигирам, яткипатамханг банде парамаанандумадвам, бриндавитулсидеббхай пиявай кесивасача, Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наром Чайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагодваранья Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетхаспадам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпадапаллаванакачандаманичатая Висвуржита кмапика павадушвадарши Пурнанурагра сасагра сарамурти Чарадхикамай кадакипам кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламбита бхужау канука бодато Шанкиртаной капитаро камала йотакшо Вишамбару дижавару югодхарма пало Банде ягат приякару каруна бхутаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппена саданаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно приямананга мадапахарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Баги саджуша бадане Лакшми джаша чабакшаши Ясястиде самби Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Бриттамева калуни нам джанмачаро гунадайо. Бриттамева
Kalau ninam janma charo gunadayo. Dharma nyayo vyavasthayam karanam balamevahi. Dharma nyayo vyavasthayam karanam balamevahi. Dampatir avirchir hetu. Dampatir avirchir hetur. Maiva vyavaharike. Stritte pungste. You know. And vipratam shutramevahi. Shudraha pratigrahishvanti tapavesha upajivinaha. Shudraha pratigrahishvanti tapavesha upajivinaha. Dharmam bhakshanti adharmagya adhiruro uttamasanam. Vrittameva kalouninam janmachar gunadayo. Follow. Dharmanyaya vavasthayam karanam balamevahi. Gaudiya Goshthipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada, Jagadguru told that so many people can take the base of sadhu. So many people can take the base of sadhu. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что много людей могут принять, носить одежду саду, но быть очень далеко от подлинного пути саду. Гауди Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что много людей могут одеть одежду саду. But actually, no. They are far away from the track of sadhu. Они очень часто очень далеко от пути, подлинного пути саду. Это не так просто стать подлинным святым. It is not so easy to become a sadhu, actually. So, everybody can take the base of sadhu. И вот каждый может одеть одежду святых, но быть очень далеко от их пути. Если у нас нет цели принять прибежище в этой абсолютной истине, то в этом случае как мы можем стать саду? Если у нас нет цели, нет желания, принять прибежище у этого Абсолюта, то как мы можем стать саду, это невозможно. Сейчас мы не заинтересованы в том, чтобы говорить об Абсолютной истине. И поэтому не так просто стать саду. И Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, во время Шри Чайтаньи Махапрабху, вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что во время Шри Чайтаньи Махапрабху все преданные, у них была одна единая цель. И они стремились к одной цели. Они хотели совершать подлинный, совершенный баджан без всякого лицемерия и без всяких отклонений. И поэтому они не считали нужным организовывать какое-то общество, поскольку они автоматически были в гармонии, и они не считали нужным организовать какое-то общество, они автоматически были в гармонии с Махапрабху и с главной целью служения ему. И Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что день за днем мы теряем наш идеализм, и тех, кого мы видим перед нами, они тоже отклоняются от главного пути. И поэтому мы думаем,
we are going to think inferior quality, fallen soul. We are going to accept a fallen soul. We are going to accept a fallen soul as our idealism. That's why we are day by day. Люди принимают какую-то падшую душу за свой идеал. И таким образом они теряют свою силу баджана, силу даршана, силу вичара, характера и самого идеализма. Так, и таким образом все теряется в процессе. Сила Сачидананда Бхактивинода Тхакур говорит: о, люди, мы не можем найти святых там и здесь. О, люди, будьте осторожны, саду не подлинные святые не попадаются, где попало. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, после поисков во многих местах, странах, городах и деревнях, многих местах паломничества и по великой удаче мы можем встретить подлинного саду, который посвятил всю свою жизнь ради служения Чайтанья Махапрабху и его учению. Да, иногда можно наблюдать противоположное. Люди пытаются как-то злоупотреблять этим учением Махапрабху, но будьте осторожны. Подлинные чистые Гуру Вайшнава, они никогда не пытаются злоупотреблять ситуацию. Они уважают Гуру Дева, говорят о Харикатхе, но никогда не... никогда не злоупотребляют этим. Не злоупотребляют своим положением. И, как можно видеть, некоторые люди хвастаются, что они ученики такого-то там великого ачарьи и требуют с каждого встречного, поперечного какого-то уважения или денег, или еще чего-то. Но это недостойное поведение подлинного ученика. Как Рамачандра Пури, он мог заявлять, что он ученик самого Мадхавендра Пури, но что толку от этого? Весь мир, я не знаю, как спасти их. Многие не знают. Они должны понять, кто по-настоящему следует идеализму Гурудева или просто живет рядом, чтобы что-то получить от таких подлинных гуру. Кто такой подлинный Парамахамса? Многие люди находятся во тьме, и как помочь им? Как помочь показать подлинный путь? В этом главная проблема. Мы должны следовать тому подлинному ученику, который следует подлинной Сиддханте Гурудева. Люди зависят от каких-то внешних факторов. Но это не то, если неправильно. Это не то, на основе чего мы можем. This is not the judgment on the basis of which you can understand. Oh, he's a great sadhu. Not there. Понять, кто подлинный саду, кто нет, нет, это невозможно. How you can understand? И как же понять? That is the main problem. В этом главная проблема. So many people can identify I'm the disciple. Многие люди заявляют, что они ученики какого-нибудь великого Сиддхартха Госвами Махараджа или еще кого-то. Но главное смотреть, насколько учение того же Шрилы Шридхара Махараджа воплотилось в жизни того или иного его ученика. А если ученики просто занимаются сбором денег от имени Шридхара Махараджа или строят какие-то здания, то это не показатель. Главный показатель, сколько людей они могут наставить на подлинный путь, и сколько среди них достигли успеха. Можно видеть у каких-то гуру тысячи учеников, но
подлинных учеников, которые посвятили свою жизнь Шри Прабхупаде, таких крайне мало или вообще нет. Главная проблема, что у людей нет представления о подлинном учении Шри Чайтанья Махапрабху, о учении Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. И поэтому они часто обманываются. И, к сожалению, ситуация в мире настолько плоха, что можно часто наблюдать, что люди думают о каком-то мошеннике, как о подлинном святом. Я говорил, что в каждом матхе, в каждом храме нужно следовать определенному стандарту поклонения и всего поведения. Но, к сожалению, многие думают, что невозможно это делать. Но идти на компромиссы со всем подряд — это нехорошо. Я много раз говорил, что если ачарьям поддерживать высокий стандарт, то и его последователи не будут пытаться это поддерживать. Все должны пытаться достичь этого уровня в соответствии со своими способностями. Но если не следовать каким-то принципам, то есть если даже сам ачарья не следует, то его последователи тем более не будут следовать. Но многие не понимают этих простых вещей. Сейчас к сожалению, многим даже стыдно сказать, что не находится в преемственности Шрилы Прабхупады. Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакура говорит о людях. Нельзя найти подлинного саду, подлинного святого, где попало. Если вы достаточно удачливы после многих поисков в различных городах, селах и местах паломничества, можете найти подлинного саду, чья жизнь полностью посвящена Ванисеве. Это очень редко. Даже после обретения такого саду, и если вы встретитесь с великой удачей с таким саду, некоторые очень можно часто видеть, люди путают популярность и подлинность. Это разные вещи. Люди пытаются с помощью своего ограниченного ума как-то измерить саду, проверить его, но это есть хроническая болезнь этого общества. И поэтому многие обманываются и не могут найти что-то подлинное. И мы хотим очистить, установить подлинные стандарты. Если можно также наблюдать, как некоторые люди мешают все в кучу, Шрилу Прабхупаду, Бхактивинода Тхакура и каких-то совсем недостойных людей помещают на один уровень, но это не далеко, это совершенно не признак вайшнавизма, это нечто противоположное. Вайшнав не может находиться под нашим суждением. Мы не можем отдавать право судить, право определять
каким-то глупым людям. Нет, все должно быть научно. Кто вайшнав, кто нет. Это... Эти вещи нельзя поручать каким-то глупым людям. Как Хануман, его никто не мог поймать. Но Хануман специально пришел в лапы Раваны, чтобы зайти в его дворец и посмотреть, что там происходит. Даже отец и дед Ханумана, дед Раваны, все они вместе, они не могли бы поймать Ханумана, но Хануман сам пришел к ним, они его схватили. Хотели наказать за то, что он сжег Ланку. Спросили, кто ты? А Хануман думал, что ж ему ответить. Поскольку скажет, что он слуга Рамы, этот ракшас будет смеяться. И вот он думал, что же сказать. И Сита пришла к нему в тонкой форме и сказала, почему бы тебе не сказать, что ты слуга Рамы, это твое подлинное я. И Хануман с гордостью сказал, что я слуга Рамачандры. Я слуга Шри Рама. И этот демон засмеялся, что ты какой-то слуга. Я думал, ты великий царь какой-то великой страны, ты обычный слуга. Я думал, что ты пришел с небес, насколько ты могущественный, но ты какой-то слуга какого-то Рамы. Хануман заявил, да, я слуга Парапарки или Шри Рамы. И сейчас такая же ситуация в нашем обществе, если не... То есть Вайшнава определяется по количеству построенных храмов, собранных денег и прочих материальных вещей. Поэтому такие люди, они остаются обделенными преданностью жизнь за жизнью и не могут достичь высшей цели, если они оценивают все таким материальным образом. Рамачандра сказал, что да, я слуга Рамы, а ты слуга Майи. Майя всегда. Издевается над вами. Но в чем разница между мной и вами? Я слуга Рамы, а ты слуга Майи. И можно наблюдать иногда, какие-то демоны пытаются как-то вредить гуру вайшнавам, а сами выставляют себя как великих святых. Но что делать с ними? И люди, которые не видят это, они тоже обречены на духовную деградацию. In front of me, I took decision not to go to that sabha anymore. It is not dharma sabha, it is adharma sabha. Some cheater. Иногда можно видеть, что под именем дхарма сабхи происходит одно лицемерие. Any temple going to give center
declare and about another citta is Dhammushan. Well, they are the Dhammushan. They can destroy everything. Махарадж приводит пример, что в одном храме Господь выгнал одного ученика за недостойное поведение, а следующий ачарья, который занял пост ачарьи этого человека, наоборот, назначил на какой-то высокий пост и дал ему титул украшения дамы. Я, видя это и зная всю историю, смеялся. И таким образом мы не можем понять, кто такие чистые вайшнавы, как Рамачандра Кавирадж, Гопал Бхатта Госвами. Для этого очень сложно, но мы должны достичь этого уровня. А если мы деградируем день ото дня, то как мы можем понять славу великих вайшнавов? Я специально организовал харикатху утром, чтобы глупые люди не смогли прийти. If they have at all their desire, they can hear over internet. So you will have to try your best. И вот мы должны пытаться прилагать наши лучшие усилия. Шрила Прабхупад приводит пример, если вы пытаетесь устоять одновременно на двух лодках, одной ногой стоите на одной лодке, а другой на другой. Это в итоге вы просто упадете в воду. Не каждый может принять решение совершать баджан. И вот мы должны быть осторожны все. Наша Гуру-Варгана научила нас этому сокровенному. Если у нас есть великая удача и великая любовь к Гуру Вайшнавам, то тогда, несомненно, вы достигнете успеха. И это любовь к Гуру Вайшнавам — это признак того, что вам открыт путь вперед. И мы должны обсуждать славу вайшнавов на их дни явления ухода, чтобы обрести их милость. Гопал Бхатта Госвами ушел более 500 лет назад, Рамачандра Кавирадж тоже, но они все равно вечно присутствуют в наших сердцах. Если вы слепы, то вы не можете видеть, но они смогут послать милость нам. Если они видят, что мы вспоминаем их, обсуждаем их славу, и это наша цель, а какие-то глупые люди не могут быть нашим идеалом. Я могу принять идеализм только подлинных святых, а не те, кто пытаются им подражать. Чтобы узнать подлинное учение Шримана Махапрабху, нужно следовать или Прабхупаде, и Бхактивинода Тхакура, и от них можно узнать только его подлинное учение. А если пытаться найти его в другом месте, то ничего не найдете. И вот Шрила Гопал Бхатта Госвами, он не какая-то историческая личность.
он вечно присутствует в вечном духовном мире нашего Гурварга. Гурганада Дипика говорит, он иногда говорит, что Анандаманджари или Анангаманджари или Гунаманджари. Анангаманджари мы знаем, это Джанава Такурани. Нитянанда Шакти это Анангаманджари, но в Ганадаш Дипике написано, что он Гунаманджари, а в других источниках говорится, что Анангаманджари, но нет в этом противоречия. Но так или иначе, Гопал Бхатта Госвами, он происходил из Южной Индии, с Шрирангам Кшетра. И вот Шриман Махапрабху, он отправился в Южный Индийский, в паломничество по Южной Индии. И в то время он отправился в Шрирангам. И в храме Ранганатха все брахманы и вайшнавы повторяли мантры, но Шриман Махапрабху, когда пришел в этот храм, он танцевал перед Ранганатхом с Махамантрой. И слыша, и видя настроение, и Махапрабху, брахманы и вайшнавы были удивлены, кто же он, из золотого цвета тела, как Ранганатх, и обладающий прочими божественными признаками, кто же он. И в то же время Венкат Бхатта, он был там. Венкат Бхатта смотрел, кто же он. Такая бхава, она невозможна в этом материальном мире. Кто же он? Подобен Ранганатху. Он только смотрел, разница только в том, что Махапрабху золотого цвета, Ранганатх темного. И он пригласил его, Махапрабху, к себе домой. Махапрабху принял его приглашение. Махапрабху знал, что так случится. Все было предопределено заранее, как в Сичитане Бхагавате можно найти. Тапан Мисра, you know? Тапан Мисра, Махапрабху встретил Тапан Мисра. Махапрабху встретил Тапан Мисра. They are in Varanasi. Но как он попал в Варанаси? Тапан Мисра. Махапрабху отправился в Бангладеш. Это был восточный Бенгал. Ну, в то время это была единая Индия. Now West Bengal is Bengal, but that time it was one Bengal. Mahaprabhu is a big professor of Sanskrit. You know, now going to teach them in South India, in East Bengal. И вот Махапрабху, было, у Махапрабху была лила, что он в качестве учителя санскрита отправился в Восточный Бенгал, но там под именем обучения санскриту он хотел распространить культ бхакти вокруг. И вот там однажды Тапан Мисра, он увидел сон, и он был растерян. Его мучили сомнения насчет
садья садхан-татва, кому поклоняться, как поклоняться, какова наша высшая цель, процедура поклонения. Он был в сомнениях, и однажды он услышал голос небес, что, что нужно идти к Нимай Пандиту, и там он получит ответы на все свои вопросы. И этот голос небес сказал, что Нимай Пандит, он не какой-то учитель санскрита, а Верховный Господь, поэтому иди к Нимай Пандиту. Он может решить все твои проблемы, и вот он пришел. Спросил, как совершать баджан, кому совершать баджан, какова наша высшая цель. И Махапрабху рассказал ему все. И после этого Махапрабху сказал, что Харинам Махамантра — это Махамантра, это есть наша высшая цель, наша садья, садан, садана. Вот он сказал Кушлоку, что это вся садья, садан-татва, и все можно обрести с помощью воспевания Махамантра. И Тапан Мишра собрался идти в Навадвипу с Махапрабху, но Махапрабху сказал, нет, лучше тебе идти в Варанаси. А в то время еще Махапрабху не принял саньясу, но уже отправил этого Тапан Мишру в Варанаси и сказал, что я встречу тебя когда-то в будущем. Махапрабху уже знал, что когда будет в будущем, иначе зачем он отправил в Варанаси и сказал, что сам будет там вскоре. Все было уже, он узнал уже, что будет в будущем. И вот Махапрабху отправился в Ширангам. Чтобы встретиться со своим вечным спутником Прабхунандой, Сарасвати, Венкат Бхатта, Тирумалла Бхатта, и Прабхунанда Сарасвати. И Гопал Бхатта Госвами, в то время он был просто Гопалом. Он сын Венкат Бхатты. Я был вынужден составить книгу, поскольку на эту тему множество споров. Гопал Бхатта, Прабхунанда Сарасвати и Пракашананда Сарасвати, все они Сахаджи. Махарадж написал одну книгу на эту тему, чтобы показать, что, что этот Прабхунанда Сарасвати Пад и Пракашананда Сарасвати Пад — это разные личности совершенно, с разными принципами, разной жизнью, разным суждением. Но какие-то так называемые ачарьи во Вриндаване заявляют, что это одна личность. Я уже опровергал это, еще раз могу об этом сказать когда-то в будущем. Сейчас времени на все не хватит. И вот Прабхунанда Сарасвати и Прабхунанда Сарасвати — это совершенно разные люди. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура говорил об этом, и история. Исторические документы я могу показать вам. Махапрабху сначала отправился в Южную Индию после принятия саньясы, и спустя долгое время Махапрабху потом отправился в Южную Индию, и по пути в Северную Индию по пути в Южную Индию он встретился вот с этими баттами и с Гопалом, Гопал Випрой. Все они
Они, смотрите, они были, они уже все получили посвящение у Шри Сампрадая, кроме Гопала Випра. All they took initiation from Sri Sampada, Ramanuja Sampada. But finally, when they are going to meet, when they are going to meet with Mahaprabhu, но когда они встретились с Махапрабху, и Махапрабху рассказал им о сокровенной груди Сиданте, почему она превосходит все остальное, почему Бхаджан Рада Кришна настолько великолепен. Esha rasa sthitihi. I can discuss some point. I know Krishna and Narayan. I know Krishna and Narayan. Мы знаем, что Кришна и Нараян, они не отличные, но все же отличные. I know Krishna and Narayan all same, but still not same. Because regarding rasa tattva, Krishna tattva is much higher. Rasa tattva, Krishna tattva гораздо выше. Very high. That discussion took place between это обсуждение между Венкатой Батой и Махапрабху. Это связалось с Махапрабху. Шутил с ними о Венкате. Почему? Твоя Лакшми Такурани, Махапрабху шутил с ними о Венката. Почему твоя Лакшми Такурани? Она совершает аскезы, чтобы обрести общение с Кришной. Почему? Если Кришна это не высшая великолепная раса. И тот сказал, что Нараяна и Кришна они едины, не отличные. Махапрабху сказал, что да, но вопрос мой, если Кришна не был бы сверхпревосходен, то почему твоя Лакшми Такурани совершает аскезы до сегодняшнего дня в Белване, в Вриндаване? Почему так? И вот он был побежден, и Махапрабху начал шутить и сказал ему обо Всесиданте, и они решили перейти в Гауди Сампрадаю. Они приняли прибежище у Кришны, и одну сокровенную вещь я могу обсудить в будущем насчет про Ашананды и Прабхудананды Сарасвати в их день явления. Я буду говорить об этом. И вот сегодня какие-то наши люди, даже ачарьи, так называемые ачарьи, Гауди Матха, пытаются со мной спорить, и как я могу доказать, что Прабхудананды и Прокашананды Сарасвати — это разные люди, но у меня есть стопроцентные доказательства. He fighting with me. He speaking, Maharaj, Prabodhananda Sarasvati, this name is Mayavadi name. I say yes. Prabodhananda Sarasvati, this name is actually Mayavadi name. Prabodhananda Sarasvati, это имя Майавади. И как может быть такое, что этот Прабхудананда Сарасвати встречался с Махапрабху в его прежнем ашраме? И я сказал, вот смотрите, сначала Махапрабху отправился в Южную Индию, изменил их сердца. Это было так. И потом он отправился в Северную Индию. Спустя долгое время, и тоже так. И вопрос мой в том, кто, чье сердце уже изменилось благодаря даршану и Сиданте Махапрабху, признаете ли вы это? И вот Прабхудананда Сарасвати, Бхат Венкат Бхата Тирумала Бхата, они, их сердца изменились. И вопрос мой, те, кто уже были Гауди Вайшнавами, и те, кто уже совершают великолепный баджан,
те, кто изменили, уже изменили свое сердце в пользу Гауди Баджана, те, благодаря общению с Шриманом Махапрабху, как это возможно, что после обретения этого великого сокровища Прабхунананда Сарасвати опять стал майавади. То есть это доказывает, что он не был никогда преданным Махапрабху. Если бы он получил высший вкус, то он не смог бы все это оставить и опять принять майаваду. Это невозможно. Это не так. Если кто-то утверждает, что он потом принял майаваду после встречи с Махапрабху, то это в корне неправильно. И вот... Прокасананда, он гуру майавади, у него было более 10 тысяч человек и учеников, и потом он развил проказа, у него появилось как-то это в Шри Чайтанье Бхагавате описывается, Вриндаван Дас Тхакур говорит. He is a Mayavadi. He is a guru of 10,000. You know, he is now going to be changed by Mahaprabhu in Varanasi. But that Prabhupada already changed before. Foolish, no. It cannot prove. They are fighting me with another ground. Maharaj, this Prabhupada. Прабхутананда — это имя майавади, но в то время могу показать даже наш Мадхвинда Парипад и другие саньяси, они принимали Экданду саньясу, такую саньясу, не три данду, а одну данду принимали. В то время была такая практика из-за могущества Шанкара Сампрадая, и те, все, кто принимали саньясу, они принимали Экданда Саньясу, но это не значит, что не майавади. Махапрабху тоже принял одну дандовую саньясу от Кешава Бхарати в Катве. И что это значит? Это не значит, что они все майавади. И наш Гуру дает нам пример. В Бхагаватам нигде там нельзя найти тему Экданда саньяси, только Триданда саньяса упоминается, и наша Гурвага говорит, может быть, Мадхавиндапури и другие, они приняли одну дандовую саньясу, но поскольку была такая практика в то время, но все же в одной данде они видели три данды. Данда значит наказание ума, тела и речи. И, ну, и вот принимая одну дандовую саньясу, они видели это как три дандовые. Данда, палка, значит наказание буквально ума, тела и речи. Это смысл саньяса, чтобы следовать всем этим возвышенным принципам. Если Махапрабху принял одну дандовую саньясу, то для него не есть, это не есть какой-то вред, но для нас проблема. Я могу множество примеров привести, но времени на все не хватит. И вот я хочу к следующей теме перейти. В то время Махапрабху изменил их сердце, и Гопал, маленький Гопал, в то время он
получал даршан Махапрабху, он имел возможность служить лотосным стопам Махапрабху. И даже он принимал остатки пищи Махапрабху. Гопал, он уже был, получил посвящение от своего дяди. И вот его имя было Прабхудананда Сарасвати, и многие люди спорят со мной, но смотрите, Шрирангам — это материальная Вайкунтха, можно сказать. Если Прабхудананда Сарасвати принял саньясу, то нельзя сказать, что он, будучи саньяси, возвращался к себе домой. Это в этом случае неприменимо, как во Вриндаване кто-то принимает саньясу, но по правилам саньяси надо уйти из родных мест. Но в этом случае они не уходят из Вриндавана, а просто живут где-то подальше от своего дома, хотя в той же большой деревне. Так и Прабхудананда Сарасвати, он принял саньясу, но это не значит, что он жил у себя дома в этом Ранганатхе, а жил где-то вдалеке от своего дома, но в том же районе. Если бы такого не было, то этот маленький Гопала не мог учиться у этого Прабхудананда Сарасвати, который был его дядей в прошлом ашраме. И вот этот маленький Гопал ходил в Баджан-Кутир, Прабхудананда Сарасвати изучал санскрит, шастры, и в то время не было такой практики, никто не мог изучать шастры, без не получив посвящения в то время, как сейчас происходит. Но в то время было правило, что перед тем, как изучать шастры, нужно получить гайтри и прочие самскары пройти. И вот он получил посвящение от Прабхудананда Сарасвати. И вот это, и главное, что могу сказать, Махапрабху, он дал остатки своей пищи Гопалу, и уходя, и вот он попросил Махапрабху, что сейчас Чатурмасе, и в Чатурмасе положено находиться в одном месте все 4 месяца, и вот он. И вот они пригласили Махапрабху остаться у них на время Чатурмаси. Махапрабху находился там всю Чатурмаси, все 4 месяца. И во время Чатурмаси они обрели возможность общаться с Махапрабху. И благодаря этому их сердца изменились. И когда Чатурмаса кончилась, Махапрабху попросил у них разрешения уйти. Они не хотели его отпускать. И описывается в Читании Бхагавати, что они упали без чувств на пол, когда Махапрабху ушел. И перед тем, как уходить, Махапрабху дал наставление Венкатбхате, чтобы тот, этого Гопала, не женил. И он сказал, что вскоре ты можешь отправить его, этого Гопала, во Вриндаван, когда отец Гопалу Махапрабху сказал, пока служат отцу матери, они вайшнавы. И когда они уйдут с этого мира, то тогда ты можешь
прийти во Вриндаван. И сейчас Махапрабху дал золотую возможность ему, и Гопал, и отец с матерью вскоре оставили тело, и Гопал отправился во Вриндаван, чтобы встретить Рупу Санатану. А Прабху Тананда Сарасвати Пад после того, как он обрел общение с Махапрабху. И даже до этого Гопал Бхатта и вот после того, как Махапрабху ушел, I can show you the bhajan kutir of, you know, Povodhan Saswami, Kamban, Kamban. Kamban, not to the last moment. There he wrote Radha Rasa Sudhanidhi. Yeah, he wrote so many. So many. Even material Saswami. И вот, в общем, впоследствии он написал книгу Radha Rasa Suradhani. Как-то так, она была настолько прекрасна. Его поэзия была настолько великолепна. Я не могу сравнить это с чем-то. Даже сама Радхарани приявилась, чтобы вкусить вкус этой великой поэзии. Я, может, когда-то прочту ее, насколько прекрасное произведение. Каждая шлока там имеет огромное значение. Если вы сможете продвигаться на пути баджана, то в дальнейшем я попытаюсь обсудить эту книгу. И вот он получил Кама Гайтри, остальное по милости Махапрабху. И до последнего момента своей жизни он совершал Випраламбха Баджан Радха Говинди. Наш Гопал Бхатта Госвами, он получил посвящение от Прабху Тананда Сарасвати, совершил баджан в Вриндаване. И сейчас нужно закончить, поскольку времени мало. Гопал Бхатта Госвами with Rupa Sanatan. Rupa Sanatan used to think Gopal Bhatta is our brother, small brother, used to stay together. And Jiva Goswami Pada also accordingly used to respect him. И вот Рупа Санатана, они относились к Гопал Бхатте как к своему младшему брату и заботились о нем, и о Шринивасачарье. Не Шивасачарье, а Шринивасачарье. И, их вот два, Шивас и Шринивас. Иногда я произношу эту шлоку. Он написал эту шлоку. Он воплощение аватара Гуранги, а Нарутам Такур, он аватара Нитянанды. Шьямананда Прабху, он олицетворение аватара Адвайта Гасая. Я могу говорить об этом, но не столь подробно. Наш Шринивасачарья, он получил дикшу от
Шринивасачарья, он получил Харинаму Дикшу от Гопалбата Госвами. Гопалбата Госвами, он великий преданный, он вечный спутник Гуранги Махапрабху, он его вечный спутник. Он поклонился каким-то шалаграмам. Какой-то богатый человек хотел пожертвовать гирлянды и... другие вещи для шалаграма. Но Гопалбата сказал, что у меня только шалаграм, если... Что-то дадите, то буду рад, но... Но и так случилось, что буквально на следующую ночь Гопалбата Госвами, он... И вот с утра, когда Гопалбата собрался совершать арати, он увидел, что все шалаграммы, они превратились в божество Радхарамана автоматически. И вот из шалаграмма Бхагаван, он проявил себя как Радхараман Лал. И когда Гопалбата Госвами сказал, что сейчас у меня появилось божество, и могу предлагать им украшения и прочие вещи. Go and watch the backside of Radharaman, you can find Salram. Backside. И сейчас можно. Backside you can watch, you can божество Радхарамана по их телу понять, что они проявились из шалограмма. Сзади шалограмм выглядит как шалограмма, а спереди как Вамшидвани. И он великий ученый, я не могу сказать. Это не что-то дешевое, что я могу рассказать за 10 минут. Нет, это обширная тема. Он великий ученый, великий пандит. Он множество книг написал, и среди них хочу рассказать о том, что Вайшнава Смрити в Хари Бхакти Виласе, что мы находим. И вот это было изначально написано Гопалбата Госвами в маленькой форме. Хари Бхакти Виласа, она подобна такой небольшой записной книжке, которую записал Гопалбата Госвами, и потом по желанию Гопалбата Госвами Санатан Госвами, он написал Хари Бхакти Виласу на этом основе, где, когда делать, соблюдать экадыши, поклонение, все и все остальное, он абсолютно все написал в Хари Бхакти Виласе, а Гопалбата Госвами до этого написал такую маленькую пособие по всему этому. Мы не должны забывать, что Гопалбата Госвами также он хотел составить шат сандарбу, шесть сандарб. Все они изначально были в очень краткой форме. Мы не знаем этого. Мы должны говорить всем. Не все знают, что эти шесть сандарб сначала были очень маленькие, просто как намек какой-то буквально. А потом мы Госвами их дополнили. По милости Гопалбата Госвами, наш Джива Госвами Патон дополнил ими, они стали большими шеститонными книгами.
а изначально были очень так, изначально были очень короткие, буквально как формула. А объяснение этой формулы может занять многие страницы. И Махарадж пример приводит наш Рупа Госвами Пад. Он написал одну шлоку относительно Аштака Лилилы. Он написал одну шлоку об Аштакале Лили Кришны и потом на основе этого написали Говинда Лиламриту. Рупа Госвами написал всего лишь одну шлоку, но мы не должны думать, что это одна шлока. Но это одна шлока, подобно семени баньянового дерева. Семя баньяна, оно очень маленькое, но вся возможность стать огромным, громадным баньяновым деревом в нем содержится. Хотя визуально оно крайне мало, меньше горчичного зерна, но Кришнадас Кавираж Госвами, он написал Говинда Лиламриту, то есть это объяснение единственной шлоки. И тогда, когда мы избавимся от вожделения, тогда я позволю вам читать, а если будете читать сами, то толку. Нет, нужно сначала стать достойными, достичь уровня освобождения от майи, когда наше сердце будет чисто, то тогда мы сможем читать такие возвышенные книги. Я хочу много сказать, но времени мало. Нужно кратко хотя бы обсудить славу этого великого преданного, как Рамачандра Кавирадж. Сегодня день его ухода. Гопал Бхатта Госвами, он Парам Гурудев. Рамачандра Кавираджа, поскольку Рамачандра Кавирадж, он получил посвящение у кого? У Шринивасачари. Шринивасачари. И когда-то я могу рассказать, говорить о славе Шринивасачари Наротам Такура. И вот наш Гопал Бхатта Госвами, он Парам Гурудев Рамачандра Кавираджа. Рамачандра Кавирадж получил посвящение от Шринивасачари. Шринивасачари получил посвящение от Гопал Бхатта Госвами, я уже говорил. Если вы хотите увидеть Шрипад Баджанкути Шринивасачари, нужно отправиться в Калну. Это Шриканда, одно место. Там он совершал баджан. Его отец, он был отца звали Чиранджив Сен. Он был также великим преданным Гуранги. У него было два брата, Говинда и еще кто-то. И вот их было три братья, брат,
не помню, как Тетива звали. И вот они жили в Бардамане, Чаканди. И в итоге, однажды, и вот они были этими аюрведическими докторами, и их дед, мы должны помнить об этом, чтобы и памятование о спутниках Гуранги – это один из признаков нашего успеха в баджане. И вот этот Кавирадж, аюрведический доктор, он был его этим дядей по материнской линии. Он очень хорошо выглядел, Рамачандра Кавирадж, он выглядел как сын царя. И после того, как он получил свое образование, он начал изучать Аюрведу. И в то же самое время его женили. Рамачандра Кавирадж женился, поскольку система была. Отец и мать, они давили, заставляли жениться. Рано, ну, в таком возрасте, там, 10-12-15 лет, и вот его женили в таком детском возрасте. И вот во время отмечания этой свадьбы из этого жениха невесту несли на паланкине. He's watching while going to Sikhanda. He watched one very nice looking great devotee. И вот по пути в эту Шриканду, в процессе этой свадебной церемонии, он увидел великого преданного по пути. Это был Рамачандра Кавирадж. И вот он услышал харикатху, когда они Шринивасачарья говорил харикатху перед какими-то преданными, а тот нас в процессе, этой свадебной процессии мимо проносили его, и тот услышал и подумал, что нужно принять прибежище вот этой великой личности. И Шринивасачарья тоже заметил его и потом спросил у местных, кто он, кто тут мимо проезжал. Они оба являются вечными спутниками Махапрабху, но все же являют такую лилу. И вот эти местные сказали, что он ученый. Он Кавирадж. Но сейчас вот его женили. Но Вайшнав, у них есть сила как-то поддержать нас и направить на подлинный путь своим примером, своей речью, своим даршаном. И только с помощью даршана Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура они вдохновлялись их. Сердца менялись, просто увидев такую великую личность, как Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати. Вайшнавы, они очень могущественны. И Рамачандра Кавирадж, он so,
сначала решил, чтобы никого не смущать, сначала до своей деревни, после свадьбы вернуться в свою деревню, а потом пойти на встречу с Шринивасачари. И вот ночью, ничего никому не сказав, он ушел из дома. И так он достиг Шриканды. Я могу рассказать, как однажды на Хари Саркар Такур Мукунда. И еще кто-то, они все были братья. И когда-то я расскажу о них более подробно. И вот их звали Нарахари Саркар. И еще другой Нарахари, он написал Бхакти Ратнакар. Он не тот же. Некоторые запутанности пребывают. Нарахари Чакраварти, Нарахари Саркар — это разные люди. Но нет, Бхакти Ратнакар был составлен Нарахари Чакраварти, но тот Нарахари Саркар. Таким образом, однажды я могу рассказать об этой лиле. But if I cannot explain, you cannot confuse, you will be in confusion. So, Ramchandra Goviraj, after reaching home, my Prabhu, night time we are gone, where are gone? Bride and groom, bride is there, gone, where are gone? Все искали его, куда же он делся, и он пришел, чтобы принять прибежище у лотосных стоп Шринивасы. И Шринивасачарья он приветствовал его, и дал ему харинам махамантру, и дал посвящение, и тот начал изучать шаста, слушать харикатху от Шринивасачарья непрерывно. И после этого он был отправлен домой назад, но не смог там жить. Когда мы получили общение с великим преданным, то мы уже не сможем дальше жить с обычными материалистами. Sangha, pure sangha. So the same case happened. He going to home back. Cannot stay. Again he come back. He try to fly here and there. Going to Vrindavan. So many incidents I cannot speak. I cannot speak in detail. Много случаев было в его жизни, но не могу обо всем говорить. И с народом так уж Шринивасачари и Рамачандра Кавирадж, они были близкими спутниками. И близко их там эти шипаты располагаются. Я посещал их место, их баджан-кутиров. Они находятся на берегу реки Падма. Это этот приток, ветка Ганги, Падма называется, в Бангладеше течет. Мандакини, Джанави. Ганга. Алокананда. И Падманодина там течет. Вот Махарадж там был в тех местах где-то лет 25 назад. По указанию Шри Шикеш Махараджа. Anyway, но так или иначе, find, в киртанах мы можем найти Кая Каро Сия
Acharyo Prabhu Srinivas Daya Karo Si Acharyo Prabhu Srinivas Ramachandra Sangamage Narottamadas Ramachandra Sangamage. Когда Рамачандра ушел из этого материального мира, народ там так плакал, как сумасшедший. Он хотел обрести общение с Рамачандрой, и сегодня день ухода Рамачандра, народ там так плачет, как сумасшедший. И почему, если вы поймете славу Вайшнава, то вы тоже будете плакать с разлукой. Если мы поймем, кто такой Шрила Прабхупада, то тогда мы можем плакать от разлуки с ним, если мы не понимаем величия Шрилы Прабхупады, то какое чувство мы можем испытывать. Если вы разовьете связь, отношения с Вайшнавом, как Бхарати Махарадж ушел, кто сожалел о его уходе. То есть нужно смотреть не на слова, а на дела и на чувства тех или иных людей. Как и вот Рамачандра Кавирадж, великий преданный. И я могу несколько случаев рассказать с его жизни. Шринивас Ачарья повторил Харинам в уединенном месте. И Шринивас Ачарья Гурудев не расслышал кого. И вот он повторил Харинам несколько дней подряд. Никто его не беспокоил. И он уже погрузился в Нитялилу, преданные беспокоились, что куда он не отвечает, что с ним случилось. Они попросили Рамачандра Кавираджа, что ты близкий спутник твоего Гурудева, поэтому, пожалуйста, пытайся найти, что, в чем дело. И Рамачандра Кавирадж, он тоже сел, начал повторять Харинам рядом. Он тоже ушел в Нитялилу, во Вриндаван, и он увидел, что там потеряли кольцо с носа Радхарани в водах Ямуны, и все Сакхи Манджари, они усиленно искали это кольцо все вместе. И мой Гурудев Рамачандра Кавирадж, он тоже участвовал, он был Мани Манджари в духовном мире и тоже участвовал в поиске. И вот Шринивас Ачарья в Гора Лиле, он спутник Горанги, а Мани Манджари в Кришна Лиле. И вот они искали это кольцо, три дня не могли найти, и в итоге нашли все-таки, и Рамачандра Кавирадж взял Гурудева и попросил его вернуться в эту земную лилу. И тогда Рамачандра Кавирадж обнаружил, что Гурудев опять пришел в сознание. И понимаете, какая близкая связь, и кто такой подлинный ученик. Еще другой случай могу рассказать. Однажды Шринивас Ачарья, он, чтобы проверить своего ученика Рамачандру, сказал, что ты женился, давно тебя женили, но ты жену не видел, иди хоть посмотри на нее. Гурудев,
Ramchandra Bhagavad go to house, going to talk with wife. Follow. И вот Рамачандра Кавирадж пошел к себе домой, поговорил с женой. По указанию Гурудева потом вернулся в Гамхилу. Не в Гамхиру, а в Гамхилу. Это вот, где они жили, это в Северной Бенгалии, место Гамхила есть. В районе Лалгола, с Кришнанагара на север, в сторону Падмы. И вот народ там так рассказал, спросил, где ты был последней ночью, не видел тебя. И тот сказал, что я отправился поговорить со своей женой. Как с женой говорить, да. И тот разозлился, начал бить его веником. Зачем ты отправился к себе домой, ты совершаешь Кришна Баджан, зачем уходить непонятно куда, разговаривать с женой. Вот очень начал ругать и бить его веника. Рамачандра ничего не сказал. И вот, в общем, народ там так хотел поручить его этим веником, и а с утра, когда народ там так он когда собирался служить Шринивас Ачарьи, массировал его тело, и когда открыл снял одежду, там не одежда, накидка была, вот он и снял, увидел, что у него красная спина, откуда, удивился, откуда, как вчера я не видел, что ваша спина так, таких красных следах от побоев веником. И тот сказал, что вчера ты меня наказал, а сейчас спрашиваешь, откуда эти следы, как. И народ там был шокирован, потому что он бил этого его ученика, а он Рамачандра Кавираджа, а следы оказались на теле его Гурудева. И ему стало крайне неудобно, начал просить прощения. И Шринивас Ачарьи хотел показать этим, что подлинный ученик, который находится в абсолютной гармонии с Гурудевом, который развил единство, если кто-то оскорбляет ученика, это оскорбление Гурудева. Если вы оскорбляете силу Прабхупады, это значит оскорбление Гуру Кешарнас Бхакти Махараджа, понимаете? Если вы оскорбляете Бхакти Пури Госвами Махараджа, это значит оскорбление силы Прабхупады. Это зависит от степени их связи. И на вот там так он как сумасшедший. Потом написал эти стихи, что не может жить без общения с Рамачандрой, так времени мало, а случаев с их жизни очень много. И не успевая все рассказать, это шлока, с которого начал, я тоже не смог ее объяснить, может, в следующий раз. I mean, Sunday, as a Abhirbhav Tithi of Srila Bhakti Vaibhav Purigashi Maharaj, and I have billions of dollars, so I am powerful. This present formula.
Некоторые люди, они надеются на силу денег, думают, что они им помогут в баджане, но нужно полагаться на другое.